Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Где радио, где видео? Да, сейчас все, кстати, мультимедийные платформы. Телефон прямого эфира, я напомню, для наших радиослушателей 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ваши вопросы мы озвучим. Тем, кто звонит из-за рубежа, напомню, код Латвии плюс 371. Ну, сегодня все чаще появляются новости об очередном фигуранте московского дела. Вот не так давно вас вызывали в Следственный комитет на допрос. Вот какой период, ввиду последних этих событий, которые сейчас происходят в России, переживает телеканал «Дождь»? Как и все 10 лет, переживает все время сложный период. С одной стороны, московские события, связанные с недопуском депутатов Мосгордумы, с протестами, которые последовали за этим, с незаконными арестами и так далее, очень сильно опять будоражило общество. И это очень круто, мне кажется, это очень позитивное вообще такое событие, потому что даже те люди, которые всегда говорили, что мы далеки от политики, политика это где-то там, мы там занимаемся своей работой, вдруг она пришла в их дом, она их коснулась, и люди начали просыпаться. Мне кажется, с точки зрения общей такой картины, да, это прям позитивно и очень клево. Очень плохо, что это связано при этом с совершенно несправедливыми судами, арестами и так далее, но так иначе это прям люди просыпаются. Но, конечно, в связи с этим начинается сразу проблема. То есть как только мы открыли эфир, а мы открыли эфир фактически за несколько дней до, или там за день до того, как начались эти протесты, еще не зная, да, вообще, что будет. Мы не могли поставить такой прогноз, да, как, что будет происходить на улицах. Но мы приняли решение для себя сделать эфир бесплатным. Это было такое серьезное решение. К нам тут же пришла налоговая, потом был первый вызов главного редактора Следственного комитета в качестве свидетеля, собственно, по... Это случилось прям 27 июля, то есть следователи пришли в офис и прям в прямом эфире включили повестку. А потом был первый допрос мой по этому же делу, и вот вчера был второй. Поэтому понятно, что мы не чувствуем себя в этой ситуации как-то спокойно, ровно и комфортно. Но с точки зрения нашей работы, когда мы являемся общественно-политическим информационным каналом, то понятно, любое движение, любое движение в политике, это, конечно, ну, как бы это такой наш хлеб, да, потому что когда ничего не происходит, очень сложно держать внимание к себе в том числе. Вот, поэтому сейчас время такое для команды, для всех очень бодрое. Ну, отменив плату за эфир, вы ведь лишились основного источника финансирования. Ну, за счет чего? Совсем так. Не совсем так. Мы же не отменили подписку. То есть для подписчиков остается весь архив. И единственное, что мы у них фактически как бы забрали, это доступ к прямому эфиру. Но наши подписчики в большинстве своем относились к этому очень позитивно. И очень многие из них сделали тоже донаты. И вот это донаты позволили нам там открыть эфир. И сейчас вот мы пытаемся найти способ, как сочетать подписку, потому что это все равно основной источник дохода, с возможностью привлекать донат и не закрывать эфир, потому что нам кажется, что эфир должен быть открытым, и это важно. И вот сейчас мы ищем вот эту модель. Поэтому все, кто нас слушает, подписывайтесь, делайте донат. Для нас это очень важно, то есть люди стали делать донаты, даже не те, кто смотрит «Дождь», а кто понимает просто важность существования институции, свободных медиа, и почему важно в этот момент поддерживать, особенно когда открывается эфир, и он становится общедоступным.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, который был также гостем нашей программы, сказал, что он не заметил усиления протестных настроений в России. Вот вы, кстати, видите изменение такое общественное? Можно ли говорить, что общество в России меняется? Слушайте, ну, конечно, если говорить в рамках страны и 140 миллионов человек, нет, ничего не заметно. Ну, вот если, да, вот мы статистическими такими. Но если говорить про, знаете, как раковая опухоль, когда вот эти метастазы, они спонтанно возникают в разных местах. Мне кажется, я всегда говорила, что раз есть такое состояние, ну, таком болезненном, да, сложно, то есть страна болеет сейчас, да, там уже несколько лет, и вот эти вот метастазы, они начинают просто выскакивать там, где не ждали, да, то есть почему-то появляются в регионах какие-то ситуации, возникают, я не знаю, как там самые просто известные примеры, защиты екатеринбуржцами своего парка, строительства храма, и они добились этого, выход людей в Шиесе против парковок, а вдруг врачи в каких-то местах объявляют голодовки, где-то увольняются, то есть, видите, то есть активность появляется там, где не ждали, не только в среде там московских условно оппозиционеров, да, а там, где не ждали, или вышел актерский цех. Но, слушайте, актеры очень клевые, но они всегда в большинстве своем стоят в стороне. И они говорят, наша задача условно делать это своей работой, доносить свою позицию какую-то. А тут они бабки все вышли и стоят до сих пор в одиночных пикетах, и никто не ожидал этого. Да, и они уже стоят не за актерский цех, а за всех, кто сейчас несправедливо осужден. Поэтому мне кажется, что, наверное, если говорить про миллионы, нет, этого еще не случилось. Но процесс, конечно, вовлечения людей в политику, тех, которым казалось, что где-то там, он идет, и там, где совсем никто не ждал. Ну вот история с Павлом Устиновым и тот общественный резонанс, который был сделан Ивана Голунова, журналиста, говорит все-таки это о том, что общественное мнение сегодня каким-то образом может повлиять на решение властей, ну и может быть услышан. Опять же, протесты в Екатеринбурге вы вспомнили и результаты. Ну, мне кажется, что да, это какой-то диалог такой странный, да, но так или иначе это диалог между обществом и государством. Другое дело, что мы тоже все прекрасно понимаем, что решение о том, чтобы менять и фактически закрыть дело Голунова, выпустить Ваню так быстро, и там изменение наказания там Устинову и, ну, и так далее, вот эти быстрые отмены, мы тоже прекрасно понимаем, что это все равно чья-то политическая воля, да, кто-то все равно снял трубку и сказал отпустить, поменять, там, не знаю, смягчить и так далее. Другое дело, что эта воля происходит вот во многом, конечно, влияние общественности, такой резонанс, конечно. Но это не потому, что судья такое увидел, все вышли, и он такой, черт, я до этого несправедливо принял такое решение, дай-ка я подумаю. Нет, конечно, не так. Но можно ли говорить о том, что власть немного спускает вожжи? Можно ли говорить о такой, ну, малом ледниковом периоде или малом, наоборот, потеплении, если так? Ну, нет, мне так не кажется. То есть это не оттепель? Сейчас ситуативная такая штука, ситуативная. Но опять же, знаете, тут сложно сказать. Мы же все время занимаемся бабушкой конспирологией. Понимаете, сидим на диване и думаем, что там, где, как, кто, какая башня, с кем, почему такие процессы идут. Поэтому, видимо, какое-то обсуждение противостояния внутри, не знаю, власти, оно, конечно, существует, но мы не можем точно, мы можем, опять же, гадать. И, видимо, наверное, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки какой-то откат назад, в смысле, там, больше свободы и так далее происходит, возможно, но сказать, что это прям так вот заметно, нет. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сегодня с нами на прямой связи. В следующей части будем принимать ваши звонки. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева у нас на прямой связи. Еще раз здравствуйте, Наталья. Здрасте. Аж письма на вас делает программу. Кирилл Писпинин программу делает сейчас. Да, она у нас по пятницам ведет программу, да? «Блондинки». Привет. Да. Привет. «Блондинки» наш, не шутят. С Еленой Лукьяновой, кстати. Да. Вместе.
Да, но мы напомним, телефоны прямого эфира для наших слушателей. Также можете звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9 или пишите в WhatsApp 2-300-6191. Да, и мы хотели бы узнать насчет того, что ваши оппоненты и вообще оппоненты либеральных СМИ или так называемых либеральных СМИ, потому что под этим подразумевает часто каждый то, что он хочет, они говорят, ну посмотрите, в России есть свобода слова, потому что телеканал «Дождь» еще существует, радиостанция «Эхо Москвы», хотя она принадлежит «Газпрому», еще существует, «Новая газета» выходит и так далее и тому подобное. Вот что вы могли бы им ответить на? Я отвечаю на этот вопрос всегда. Свобода СМИ в России существует, потому что телеканал ваш существует и работает, и не ходит никому, никого ничего не спрашивает, не общается ни с одним из там, не знаю, ветвей власти, ни кем не цензурируется и так далее. И в этом смысле я могу сказать, да, так и есть. Другое дело, что мы все во многом СМИ, которые вы перечислили, ну, во многом, может быть, кроме «Эхо», мы все поставлены в очень сложную ситуацию финансов. То есть наша модель, ну, условно «Дождя», да, подписная модель, она позволяет нам кормить себя с большим трудом. Мы там кормим себя, это каждый раз, каждый месяц ты думаешь, так, хватит, не хватит, чуть больше заработаем или закроем старые долги. И это, конечно, очень сложно, потому что это не дает тебе возможности ни для творческого полета, ни для того, чтобы там что-то сильно менять, развиваться и так далее. Это очень сильно, ну, как бы фрустрирует тебя постоянно, да, ну, меня как руководителя. Вот, и в этом смысле, и это не то, что мы так себе придумали, да, нас в эту ситуацию поставили, загнали, да, когда мы должны были искать вот эту другую модель существования. И эта модель очень клевая, она очень перспективная, она очень сложная для России. То же самое с «Новой газетой». Рекламодатели не хотят идти, или как было с «Нетайвс», не хотят идти в такие острополитические издания, они этого боятся. Где-то есть прямой запрет на размещение в таких СМИ, а где-то просто есть, ну, такой собственный страх, да, как бы чего не вышло. Поэтому перед всеми нами, все, кто независимый, стоит вот этот вот, собственно, главный вопрос, как на что жить, да. И там «Дождь» нашел этот способ, но он не такой, как нам бы хотелось, успешный. Вот, поэтому, но при этом свобода СМИ есть, да, вот я. Ну вот многие считают, ну, скажем так, наверное, опять же, тоже оппоненты, которые считают, что скандал, который произошел в канун празднования годовщины окончания блокады Ленинграда, был и стал причиной таких проблем для телеканала «Дождь». Сразу несколько интернет-провайдеров тогда, ну, отказались от трансляции телеканала. Кабельных сетей больше. Да. Насколько это был переломный действительно момент в истории канала? Смотрите, конечно, это был переломный момент, но, конечно, причина была ни в каком не опросе. Это был повод, который использовали, и использовали его очень цинично. Иногда даже кажется, что и опрос этот как-то не случайно все это появилось на телеканале «Дождь», но это тоже конспирологические всякие версии. Потому что эту программу не мы делали. Это вообще была не программа «Дождя», это была программа журнала «Дилетанты» в Москве, собственно. Ну, как-то так. Но проблема в том, что, вернее, главной проблемой для нас стало это то, что мы стали очень большие. К моменту нашего отключения у нас была аудитория, подтвержденная там ТНС, порядка около 12 миллионов человек, и она каждый месяц росла, и технический охват был там 30 миллионов домохозяйств, что было совершенно неожиданностью как для нас, что мы такие популярные стали, да, по всей России, так и для власти. Главная причина нашей проблемы – это в том, что мы стали очень большие. А на фоне того, что мы стали большие, популярные, нас видели, то есть нас могли видеть в любом, там, не знаю, уголке страны, потому что мы были во всех телевизорах. Помимо этого случился Майдан в Украине, который мы освещали и показывали. И тогда, понятно, всех это сильно напугало здесь, в России. А уже готовился Крым. Вот, поэтому тут сошлись разные интересы, да, для того, чтобы... Но нужен был повод. И нужен был повод такой, когда не власть, типа, дали, да, а вот, типа, «Дождь» нарушил там какую-то этику, что, опять же, неправда, что-то не так. И это такой был сигнал для того, чтобы, типа, коммерчески наши партнеры разные сказали, ну, нет, мы не можем вещать телеканал «Дождь», да, вот, но мы прекрасно знаем, что раздавались просто звонки всем кабельным сетям,
прямые звонки с требованием выключить нас. Вот. Поэтому, конечно, это не просто был переломный момент, нас тогда убивали. Ну, то есть мы потеряли в 3 дня там, 90% аудитории, мы потеряли 90% рекламодателей, соответственно, деньги, а мы жили тогда уже только на рекламные деньги. Мы получили все проверки, которые можно было. Ну, то есть это было такое убийство. И то, что мы выжили, сохранились и так далее, это во многом, в первую очередь, благодаря поддержке просто зрителей, аудитории, которая сказала, ну что, ребята, нам нужны, и они сразу так такой подписки, они нас начали поддерживать деньгами, мы провели там марафон. Ну, то есть зрители дали нам веру и силу в том, что вообще вы нам нужны, поэтому вы должны сохранить себя. А второе, это во многом, конечно, воля моей команды в том, чтобы не сдаться и как-то продолжить искать эти способы, и мы с этим справлялись. Но это не просто переломный момент, это все поменяло, вот эта бизнес-модель, это просто принципиально разные бизнес-модели, когда ты работаешь в рекламной модели или когда ты работаешь по подписке, то есть просто разные задачи для команды, для других компетенций и так далее. Поэтому, конечно, уже теперь что было, то было, да, уже с этим живем. Вопрос от нашего радиослушателя. Андрес у вас спрашивает, вам когда-нибудь предлагали деньги, чтобы продать дождь или меньше критиковать власть? Вас пытались купить? Нас пытались купить, мне кажется, в 2011 году или в 2012, когда была первая волна протестов, когда было первое, фактически, как мне кажется, такое жесткое давление на СМИ, вот прям такое жесткое, да, не разовое, такое полномерное, случилось как раз после Болотной. И тогда менялись акционеры, передавались разные СМИ, менялись главные редакторы. И вот в тот момент, там выходили с предложением купить нас. И это была, конечно, покупка не как бизнес купить, а типа, давайте уже продайтесь и вообще. Да, вот. Но мы тогда отказались, мы даже не стали просто вести переговор. То есть мы понимали, что это не про то, что нам интересен ваш бизнес, давайте. Вот. А все, после этого больше никогда не было этого. Никаких контактов с кем не было. А кто предлагал? Я не очень хочу говорить, правда. Я даже не помню, может быть, я об этом даже говорила, но я не помню, говорила я об этом или нет, и сейчас не очень хочу. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефон прямого эфира, у нас звонок. Да, слушаем вас. Слушаем вас, говорите. Так, сорвался у нас звонок. Тогда передам привет. Яна Бельская, главный редактор журнала «Кабельщик», передает вам привет. И говорит, что вы женщина с большой харизмой. Она не в Риге, но она была гостья также программы «Абонент доступен». А вот что сегодня YouTube, на ваш взгляд, значит в формировании мнения россиян о том, что происходит? Насколько это свободная площадка, по крайней мере, так ее называют, дает возможность критическому мышлению? Конечно, YouTube сейчас пока на данный момент, я надеюсь, что и так и будет, это, конечно, самая свободная площадка, опять, если с нами не сравнивать, потому что мы тоже свободны, да, но она открытая, она удобная, она имеет невероятный охват, в YouTube пришел взрослый контент, пришли хорошие журналисты, пришли хорошие интервьюеры, YouTube просто, понятно, это же такое замыленное слово, стал там условно альтернативным телевизором, или вот он, настоящий телевизор, так и есть. И, конечно, когда мы наблюдаем, знаете, условно, еще там года 3 назад, понятно, YouTube никто вообще в упор не видел, потому что там были котики, всякий трэш и так далее. А сейчас все, это площадка, которая позволяет делать качественный, крутой контент, который легко смотреть, который набирает большие аудитории. Поэтому, конечно, YouTube во многом сейчас формирует, на мой взгляд, медийную повестку. Нам, как Дождю, очень тяжело рядом находиться с YouTube, именно потому что там бесплатно, там открыто и так далее, а мы вынуждены, да, там ограничивать это все. Но при этом это все равно невероятная ценность, и мы как Дождь тоже делаем какие-то попытки, потому что в YouTube отдельный шоу как-то запускать. Вот сейчас мы открыли эфир, он идет в YouTube. Вот, хотя вот в эфире в YouTube все равно люди смотрят тогда, когда удобно, отложено, а не так, как там подключаться просто к прямому эфиру, если что-то не происходит. Но это крутая штука, и я очень надеюсь, что ни YouTube сам не сделает никаких глупостей, потому что ходят тоже разные разговоры, потому что, вы видели, наверное, последняя история была, когда в YouTube появилась реклама алкоголя, это в целом, тоже законодательство в этом смысле сейчас пока такое не очень точное, да, то есть, с одной стороны, это не СМИ, с
другой стороны, это интернет, в общем, непонятно, можно ли взять алкоголь, но так или иначе, сейчас весь YouTube живет за счет спонсорских интеграций, да, и ходит разговор, что YouTube не хочет немножко как это, отжать эти денежки, в том числе и блогеров, ну, там как-то поучаствовать в этом дележе пирога, потому что на сегодняшний день эти все деньги не проходят через YouTube, то есть вот все эти интеграции. Вот, и я понимаю, с одной стороны, что, наверное, конечно, YouTube – это большой бизнес, и правильно это смотреть, а с другой стороны, конечно, на мой взгляд, это будет ударом, в том числе, по российскому YouTube, потому что расцвел он, и блогеры могут позволить себе быть самостоятельно, независимо, только благодаря вот этим спонсорским контрактам. А с другой стороны, я тоже знаю, что власть все время думает, что бы такое сделать, чтобы с этим YouTube такое сделали. Пока просто, мне кажется, они не очень могут придумать, хотя закон о суверенном интернете будет приниматься, или даже уже принят, я сейчас не помню, принят или нет, но... В общем, мы надеемся, что все-таки ума хватит не делать этого, потому что, как все смеются, если закроется YouTube, то тогда точно полстраны выйдет на улице. Ну вот как раз о блогерах вы сказали, насколько, на ваш взгляд, популярность как раз блогеров на просторах интернета, она, ну скажем так, долговечна. Ну, к примеру, да, мы возьмем такой, наверное, яркий самый пример, Юрий Дудь. Для тех кумиров молодежи он сегодня так или иначе свои позиции, может быть, тоже вносит свой вклад в формирование каких-то мнений, которые касаются ситуации в стране. Вот о популярности. Насколько это долгоиграющая история? Слушайте, это не как, это, знаете, как на этот вопрос никто никогда не знает ответа. Да? Почему одни медиа очень популярны, потом становятся непопулярны? Почему одни люди популярны, потом нет, артисты, то же самое ресторан, почему он сегодня популярен, а потом вдруг тебе перестали ходить. Эту химию сложно объяснять, прогнозировать и так далее. Дудь, например, да, там уже несколько лет, да, вот он держится все равно в топе, он большая умница, и он прекрасно сейчас в хорошем смысле капитализирует то, что он наработал на просто интересных, популярных людях в YouTube, и сейчас формирует повестку, формирует мнение большого количества людей. И то, что он ушел в такую серьезную журналистику и делает большие фильмы, ну, то есть, все мы там снимаем шляпу перед Юрой, потому что это круто, потому что вначале там про разговор с фейсами, да, это интересно, это тоже было интересно. Но потом ты просто говоришь, ребята, вот тут есть еще интересные люди. Вот, поэтому, дай бог, чтобы популярность была, но предугадать это, спрогнозировать невозможно. Завтра появится, там, не знаю, еще кто-то вдруг, да, который перетянет на себя это внимание, все может быть. Но там ребята стараются, и там тот же Дудь все время старается, он думает, он все время что-то новое придумает. Ну, а журналисты в Ютубе, вот, например, канал «Редакция», также в Ютубе, да, где Алексей Пивоваров позиционирует себя именно как журналист в Ютубе. Вот насколько это перспективная площадка именно для журналистики, для ее развития? Ну, мне кажется, опять же, если все будет нормально, перспективно, понимаете, что тоже очень круто, что пришли журналисты, потому что очень долго была такая проблема, что что такое блогер, да, у тебя нет лицензии СМИ, у тебя, как правило, нет журналистского образования, у тебя нет внутренней ответственности, как у журналиста хорошего, за то, что ты делаешь, когда ты должен проверять факты, там, не знаю, условно, пытаться брать вторую точку зрения, ну, то есть следовать тем там золотым канонам, которым должны следовать журналисты, даже если ты не сотрудник редакции, у тебя там нет лицензии СМИ, но ты, твоя профессия не позволяет тебе лажаться, да. Так вот, когда были блогеры, ну, то есть, когда не было журналистов, то это основная была такая дилемма, да, доверять, не доверять, потому что что-то сказал блогер, фиг узнает, правда это или неправда. То когда туда приходят профессионалы, такие как Пивоваров, Парфенов, Юра Дудь, у них за всеми за ними стоит большая журналистская карьера, принципы, и они как бы, ну, они оберегают профессию. При этом мы тоже понимаем, там есть и Соловьев, там еще кто-то, которым насрать на эти принципы вообще, да, и вот. Поэтому мне кажется, но для журналистики это хорошая возможность. А самое главное, что это удивительно, они могут себя кормить сами. И вот главное, чтобы у них не забрали эту возможность. Потому что ты самостоятельный, ты независим,
ты сам зарабатываешь деньги, ты сам производишь контент, это счастье, это мечта любого нормального журналиста, творческого человека. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Значит, у меня три момента. По поводу, что дали повод по вопросу про Ленинград. У меня близкие мне друзья прошли блокаду, да, но они были детьми, были 6-7 лет. Вот у них надо было спросить. Да, задавайте вопрос, у нас сегодня не время для реплик, чтобы гость мог ответить. Нет, это я просто про повод, который. Это про повод, да, не надо передергивать. И умница Дудь, которого так восхваляете. Я хотел бы посмотреть вот на вашего собеседника, редактора, да, чтобы спросил он, вы как мастурбируете, рукой или половиком? Вопрос задавайте, пожалуйста. Ваш вопрос, ваш ответ на мой вопрос. Да, вот. Спасибо вам. Да, ну, расслышали ли вы? Я кусками слышала. Ну, наш слушатель обратил внимание на не очень корректные вопросы, касаемые личной, интимной жизни человека, и насколько вот вы считаете, что это уместно. Дудь? Который Дудь задает. Да. Если это публичный человек, я считаю, что он все вопросы задает достаточно уместные. Другое дело, что это может кому-то нравится, не нравится. Человек, который идет к Дудю на интервью, он точно понимает, что Дудь такие вопросы задаст. Ты не хочешь отвечать на такие вопросы, ты можешь просто не ходить. Но он не переходит, мне кажется, здесь вообще никакой грани. Ну, я во всяком случае ни разу не видела этого. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Задавайте вопрос. Хочу спросить у вашего гостя еще раз. Правильно ли я понял, что в России нет цензуры на средствах массовой информации, в частности на тележурнале «Дождь», телеканале. Да. «Дождь». И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а какую должность и какие функции теперь на «Дожде» выполняет госпожа Собчак? Спасибо большое. Спасибо. На телеканале «Дождь» нету цензуры, нету черных списков, нету запретных тем, флажков, двойных сплошных и так далее. Да? Телеканал «Дождь» работает согласно закону о СМИ, который действует в России, и «Дождь» его не нарушать. И это мы делаем, но с каждым днем это все сложнее делать, потому что законы все время усложняются. Вот. Вся редакционная политика определяется редакцией, главным редактором, и в этом смысле цензуры на «Дожде» нету. Цензура в России, конечно, есть, на федеральных каналах, ну и так далее, да. Значит, Собчак у нас не работает уже, наверное, год, ну где-то год, наверное, может быть, чуть меньше. Она была ведущей много лет, она делала программу «Собчак живьем», с 2012 года она была ведущей «Дождя». После того, как она пошла в политику и баллотировалась на должность президента, с этого момента Собчак у нас не работала. Потом, когда ее политическая карьера закончилась, у нас была попытка возобновить в новом формате программы. Мы сделали несколько выпусков, они не полетели, это не получилось, мы их закрыли. Все. Недавно она была в программе «Hardest Night», у нас как гость, как ньюсмейкер. Насколько тяжело телеканалу терять звезд, потому что «Дождь» потерял многих своих известных журналистов, они работают на разных телеканалах, вы упоминали Кюлю Писманин, который работает у нас, на RTVI, ну и на других можно много перечислять. Да, мы отличная кузница кадров, это точно. Все приличные люди где-то работают. Слушайте, конечно, тяжело, конечно, ты со многими с этими людьми, во-первых, дружишь, во-вторых, они росли вместе с тобой, очень многие пришли на «Дождь» с вообще неизвестными людьми, и для них это вообще был новый опыт, и они стали звездами, и, конечно, сложно, потому что ну, есть определенная картинка, плюс у нас аудитория очень, понимаете, «Дождь» для аудитории – это не какой-то медиа какой-то, который я иногда там смотрю, да, «Дождь», он очень такой живой, они воспринимают нас как часть своей жизни, как часть своей семьи, очень высокая лояльность, и лояльность, и нелояльность, и требования к тому, что мы делаем, и в том числе к ведущим. Поэтому уход любого человека и для нас, и для аудитории, это такое, как, ну, как потеря какого-то близкого. Другое дело, что с одной стороны, это дает нам какой-то опять новый
новый вызов на то, чтобы искать опять новых, опять рождать этих новых, обновляться как-то. Вот. Во-вторых, постоянно есть этот процесс людей, которые хотят вернуться, а дальше есть ли у нас возможность их вернуть или нет, потому что многие люди уходили, ну, то есть от нас никто не уходит, я не помню людей, которые ушли там по-плохому, типа, все, типа, дождь надоел, или мне тут не нравится, поэтому я ухожу. Нет. Как правило, есть разные причины. Иногда это сугубо материальные, экономические, понятные. И тут очень сложно человеку это ставить как претензию, потому что у него всегда ипотеки и так далее, и он находит там, где лучшие условия. При этом все остаются все-таки дождинками. Это как-то наше такое. Вот. И все всегда приходят на все наши праздники. Ну, то есть, у нас как бы люди не уходят навсегда, да? Вот. Все знают, что к нам всегда можно вернуться, если у нас будет такая возможность, да, либо финансовая, либо есть возможность человека. Это тоже все знают. И последний уход Паши Лапкова был такое, что тогда мне очень было жалко Пашу отпускать, но я понимала его причины. Ему очень хотелось попутешествовать, поездить по всяким командировкам, поделать что-то связанное с наукой. Он устал от новостей и сидения в студии, вот, а мы не могли ему этого предложить. Вот. Но Паша сказал, если что, буду ползти, проситься. Я говорю, ладно, ползти не надо, приходи. Ты наши, мы что-то придумаем. Поэтому сейчас у нас есть план возвращения все-таки некоторых наших лиц, если все сложится. Вот. Ну, вот так. Ну, а на рейтингах это отражается? Ну, слушайте, у нас же нет рейтингов, у нас есть там реакция подписчиков, да? Ну, да, да, конечно. Подписчики реагируют многие. Вот ушел Паша, вот думаю, отписаться теперь от вас или не отписаться. Да, вот наша задача предложить какую-то альтернативу, что-то. Ну, в общем-то, это не дает нам возможности для расслабления, знаете. То есть ты все время в тонусе. Еще звонок. Да, примем еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Константин. Да, Константин. Два вопроса вашему гостю, гости ваши. Да. Первое, по поводу выступления оппозиции, которое требует изменений и построения общества в России по образцу западных демократий, допустим, Соединенных Штатов, не давая государственному аппарату времени для этого. То есть, если мы берем, допустим, Соединенные Штаты, они 200 с лишним лет жили без войн, революции и переворотов. Да, Константин, у нас осталось буквально 2 минуты до конца эфира, задавайте вопросы. Да, построили какую-то модель, а здесь прошло 15 лет, они уже хотят, чтобы все было так же. То есть, это раздвоение сознания. С одной стороны, дайте нам перемены, а с другой, сделайте это здесь и сейчас, мы не дадим вам сроков. И второй вопрос по поводу вывода на улицы несовершеннолетних учеников. Что не удалось предложить ничего оппозиционным партиям и движениям, сознательному, ответственному, взрослому поколению, которое отвергает эти идеи, и что это бессилие и полное признание своего поражения, что нечего предложить зрелому населению, и поэтому обратились к подросткам. Спасибо. Да. Ну, это скорее реплики, чем вопросы. Слушайте, да, я не очень поняла этот вопрос, потому что если говорить про последний вопрос, простите, несовершеннолетние выходили сами, и никто их туда не призывал, не звал, не так далее. Просто они, слава богу, не терпят вранья, лицемерия, и когда они его очевидно видят, у них желание выходить, и они свободные люди, это очень круто. И никто их никуда не тащил. Более того, для многих выход своих детей для родителей стало большим сюрпризом. Я знаю, у меня таких друзей очень много. Вот, поэтому люди, они выходят сами, и точно их никто туда не зовет, их точно не уговаривает и не, знаете, покупает, как говорят. Вот. Если говорить про альтернативную поездку для старшего поколения, ну почему? Она есть. И вы знаете, мы живем в 21 веке, и мы, живущие здесь, не хотим ждать еще никакие 200 лет, когда там наша демократия чего-нибудь там дозреет, как американская. Мир изменился, мир открыто, транспарентно. Если мы знаем, как можно жить, то почему мы должны ждать? Вот. И если вы понимаете, опять же, если власть сделала хоть какие-то попытки на эти реформы, на эти изменения, то есть был бы какой-то процесс, то все адекватные люди все готовы были бы еще потерпеть, но нужен процесс этих реформ, а пока мы видим только откат назад.
Одна радиослушательница, она не представила, сейчас по WhatsApp вам прислала сообщение. Смотрим, любим и стойкости вам пожелал. Спасибо большое. Подписывайтесь на телеканал «Дождь». Да, да, мы в Прибалтике, мы есть в кабельных сетях. Да. Да. Нас смотрят больше за границей, чем в России в этом смысле. Да. Ну что, спасибо вам большое. Наталья Синдеева была с нами на прямой связи в программе «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений.